На первый взгляд кажется, что это фотоснимки, но на деле художественная графика. Самарская художница Елена Макеева представила юбилейную выставку «Сохраненные четверостишья» на картинах пейзажи родного города. Улица Фрунзе, филармония, шпили костела, самарские дворы. Как рассказывает художница, в ее творчестве преобладают живописные работы, а это первая выставка графики. Мне больше всегда нравились живые наброски. И вот такая чуть-чуть недосказанность, когда можно к этой недосказанности добавить цвет, когда можно сочинить какой-то сюжет. Мне всегда нравились какие-то поиски, смешение материалов. Я люблю, когда у меня есть акварель, пастель, много применяю каркелюр очень в графике, мешаю техники. Не знаю, я всегда нахожусь в каком-то процессе поиска. Художница давно путешествует по городам России и Европы. Ее выставки проходили в Швеции и Франции. Но родную Самару Елена всегда вспоминает с любовью. Теплоту чувств передают и оттенки, которые автор использует чаще всего. Желтый, оранжевый, коричневый. Ну, вообще, все, что здесь представлено, это из разряда... Оно лично моего восприятия, мне бы хотелось, чтобы это были сюжеты, которые бы навеивали каждому какие-то воспоминания. Потому что когда ты смотришь на какую-то работу, читаешь какую-то книгу, у каждого всегда возникают свои ассоциации. Выставка проходит в Самарском областном художественном музее. Мы видим Лену графика, но она же не останавливается только на карандаше. Мы видим здесь и пастель, и темперу, и соус. И здесь очень много экспериментов, здесь очень много смешанной техники. И любой профессионал, придя в этот зал, скажет, что художник высочайшего уровня. И у этого художника такая, знаете, мужская рука и очень женское сердце. В экспозиции представлено 47 картин. Все они нашли отклик у самарского зрителя. Мне очень нравится ее нежность, красота. Она описывает и наш город. И очень много у нее такого впечатления вот о детях. Вы знаете, настолько приятно смотреть и радоваться. Конечно, это такая мощь, что можно только просто сказать браво ее работе. И то, что сейчас я вижу, это не только графические листы, карандашные техники, но и графика, акварель. Здесь представлены все возможности. Восхищаюсь. И восторг. Посетить выставку «Сохраненные четверостишья» можно в художественном музее до конца октября. Евгения Усова, Василий Колдашов. События.